О, Ютуб, с вами Проф. Сегодня, короче, играем на Мезине. Решил я под формат Ютуба подзаливать видосы, позаписывать, вернее, видосы. Потому что вырезки со стримов не всегда вам заходят, как я уже понял. И лучше... Самый лучший это соло... Соло-контент, в котором я просто комментирую катулечки. И вы, собственно, отвечаете своей лояльностью за это. Поэтому сегодня мы играем на Мезине, на капитончиках. Ля. Ля, друг. Тебе плохо? Оп, с ноги тебе сразу ожил, смотри. Так, давай с кентавром. Опа, стояти. Так, тут у нас конь. Понял, ребята. Я пошутил. Кент, ты что творишь, брат, уходим. Я не переживу фокус троих. Амазонка до Талова просто бежит за мной. Ну, сука, с кулака тебе. Хорош. Амазонка взяла шквал стрел. Блиночек забыла взять. И переагрессировала немножко. Меня маска заблочила, я не могу достать до коня. Боже, и до наги я тоже не достал. Ужас какой. Ладно, самое время забрать пак и возвращаться. Вроде кентавр забрал большого крипа. Отличный. Отличное начало игры. Какие-то капитанские лютые замесы в начале. Но мы не будем сильно, так сказать, выступать. Не пойдем дальше фармить вражеский лес. Лучше заберу свой. А потом зайдем куда-нибудь. Вот, возможно, даже на этого молодого человека. Единственное, я думал, маска оставит кентавру пак. Потому что я забираю верхний лес. Кенту, получается, нечего фармить будет. Маска не оставила, и я не оставил. Ладно, надеюсь, кентавр не сильно на нас обидится. Мими меня трахает, говорит. Родной, сейчас, сейчас все будет. Возьмем баночку, заранее прожмем ее. Ну и попробуем. Попробуем что-нибудь сделать с Мими. Я надеюсь, там нет стрим-снайперов, и сейчас никто не слушает то, что я говорю. Тем временем кентавр там вовсю амазонку пялит. Мне надо, чтобы Мими потратила кнопки. Тогда я смогу что-то с ней сделать. Так, первая кнопка потрачена. Сейчас она будет в форме, и самое время... А... Судя по всему, меня все-таки слушают. Или там просто вар стоит. Промах по наге. Жесть. Упрыгать. Нет, невозможно упрыгать. Лану отзвонил конь. Маска не смогла забрать нагу, к сожалению. Очень сильно повезло наге. Ну и здесь, по идее, не дожмут коня. Отлично. Один в один размен. Приходит нага, и размен уменьшается. Ну, в смысле, польза от размена уменьшается. Надеюсь, маска доберет его. А я отзоню пока чела, который дает ТП сюда. Жесть, что происходит? Я не успеваю за темпом игры. Может быть, потому что это первая моя игра за сегодня? А может, потому что здесь событий происходит. Миллион тысяч в одну секунду. Усюка. Мой пак. Так, все, отступаем. Кентавр отдыхает под тавром или что? Родной! Он просто АФК стоит. Продано. Возможно, кентавр отошел пописать, или там его мамка заставляет домашнее задание делать, а он играет в праймуху. И говорит, мам, я вот делаю, альтабнулся из игры и показал ей страницу с домашкой в браузере. Ладно, вроде кентавр ожил. Вардик у нас, к сожалению, забрать у них не получилось. Поэтому заберем свой. Можно я на амазоночку зайду? Или с таким хп это чревато последствиями?
Не, но панчера у меня нет, там... Там в нашем лесу разборки, надо пойти срочно туда. Кентавр смещается, кто-то тянет ТП, это кара. Ну и здесь, по идее, команда противника не должна уходить живой. У меня почему-то не нажимается вторая кнопка. Родной, а где замедление? Оп, хорошо. Амазонку забрали, тут у нас нага уже 11 уровня. Не дают мне прожать печеньку. Луна убивает все-таки ультой луну. А нагу мы, по-моему, не пробиваем. Хотя нет, кара вроде пробивает. Отлично. Столько экшона, и все это происходит за 6 минут игры. Уже 14 киллов было сделано двумя командами. Какой-то просто конвейер. Я лечу, парни, давайте, продолжаем, блядь. Работаем, работаем, ребята. Не останавливайтесь, бегу. Коня, блядь. Нахер этого мидера. Шотгана нет на панели. Убить амазонку. В жесть просто. Уже 17 киллов за 6 минут с половиной. Что происходит? Кентавр отправился у нас похилиться. Можно пойти завардить, наверное, немножечко вражеский лес. Мы видим, что нага не идет сюда. Попробуем тут что-нибудь найти. Опа. Это как раз то, что я хотел здесь найти. Тест на стрим-снайпера. Смотрите, если сейчас кто-то сюда неожиданно приходит, значит, там стрим-снайпер. Мне кажется, что конь уже вот... Уже хочет сюда пойти. Сейчас мы по Шурику здесь. А, да? А, подраздамажил для луны чисто голду. А что луна здесь делала, я извиняюсь. Не, ну она вряд ли, конечно, стрим-снайпит. Конь пошел доедать огрызки. Сразу нажимаем максимум кнопок, чтобы луна не прожала инву, и забираем луну. Нормально. Хил на кару, все отлично. А конь уже забрал агрессии, да? Так, тут у нас нага снова агрессирует. Надо срочно на это реагировать, не давать ей выебываться, потому что дальше будет только хуже. Нага на топ, походу, заходит. А нет. Давай, родной, пили ее. Так, маска. Маска. Бля, да почему не нажимается кнопка? Остановить нагу. Кентавр, тысячку. Кентавр сфокусировался на амазонке и не стал забирать нагу. А зря. Проверим здесь. Коль второй раз уже, что ли, огрызок доедает? Че он там делает, блядь? Он, походу, в прошлый раз оставил. Но тут у нас в Мими вряд ли какие-то большие шансы ей забрать. Это просто, скорее, размять ее. А если она будет вот так вот делать, то у нас большие шансы ее забрать. Нажать, нажать корабль. Я нажал корабль, но он не нажался, походу. Дает ТП нага, и я умираю. Тимплей, хули, капитаны. Ой-ой-ой. 4 человека моментально на этой линии оказываются. Ну и здесь тавер тоже, скорее всего, упадет. Ошибка была с моей стороны давать панчер. Когда я видел ТП, надо было сразу же убегать. Ну и это разворачивается не в нашу пользу ситуация. Попробуем сейчас еще раз что-нибудь предпринять. Давай, брат. Кентавр что-то тупит, не хочет очковать Мими. Придется цеплять коня.
потому что кроме коня нам никого тут не зацепить больше. Снова прилетает нага, и снова какая-то жесть происходит. От пути кентавра, сука. Кентавр, зачем ты отвернулся? Я умирал ради кентавра, чтобы он убежал. Я нажимал все кнопки в нагу, кентавр просто развернулся и умер. Зачем, брат? Тут какая-то вакханалия происходит. Маска забирает у нас луну. Нага тычкует Кару. Кара пытается догнать амазонку, но замедло наги не дает ей это сделать. Хотя амазонка без блинка. Тут Мими просто... Что творится? Тут нага убивает маску тем временем. У Кары не получается догнать амазонку. Просто какой-то трэш. Тут у нас не уходит уже луна, к сожалению. Ну и у Кары тоже нет шансов выиграть замес против Мими. Жесть, даже вот мне кажется, эта катка настолько насыщенная, что даже если мы ее проиграем, это будет не обидно. То есть это реально неплохая игра. Оп, ловим Мими под тавром. Мими умирает от кентавра, отлично. Можно взять анти-ТП. Ну и за конем нет смысла гнаться, потому что кентавр не пошел. Кентавр у нас очень странно играет, он мог бы фармить больше, чем он фармит, но он просто не хочет. Например, вот этот пак, почему бы не забрать его, пока ты здесь? Для меня это немножко непонятно, как для мидера с небольшим, так сказать, опытом. Сейчас надо мимишке ТП отменить, когда она будет лететь на линию. Кентавр почему-то выбирает приоритетом серый пак вместо голды. И вместо крипов на лайне. Надеюсь, я отменил мими ТП, я немножко провтыкал. Бля, я забрал у луны крипа. Это не очень. Судя по тому, как мими долго бежала на мид, я, скорее всего, отменил ей ТП успешно. Давай, брат, на луне убивай. Хорош. Не на луне, в итоге на маске убил, но в любом случае. Тихо. Под нагу не подставится. Под мими в форме не подставится. Отходим. Нет. Мими в форме — это жир. Это очень много жира, мы не пробьем ее. Мы лучше переждем ее форму. И вообще дадим фокус в другого героя, в какого-нибудь помягче, в амазонку, например. Ну или в луну. Посмотрим. Я вижу, луна там идет внизу. Ой, амазонка идет. Вот амазонку нам надо убить. Амазонка не подставляется, к сожалению. Ну просто драться против наги и против мими в форме, когда вот у тебя нету фарма, это такое. Мими 21, нага 20. Ну уже 22 даже на мими. У нас кентавр немного не фармит. От слова совсем. Видимо, он больше сосредоточен на вот таких вот замесах. Непонятно зачем. А, нагу вообще тавр не пробивает. Я, наверное, зря сюда ТП дал. Умирает здесь кентавр, маска. И нага на ускорении, кажется, меня догонит. Да. Замедление луны. Ладно, хоть перед смертью кнопки нажму. Кого-то у нас не хватает. По-моему, это была Кара, но... Мне кажется, что если бы Кара сместилась, у нас в любом случае бы кого-то не хватило, потому что замес начался со смерти кентавра. Это был очень плохой замес. Ну и перефарм растет в их пользу. Там уже у Мими 14 косарей. Мне кажется, далеко... Вернее, наоборот, недалеко до нашей конечной в этой игре. Потому что единственный, кто ее пробивает, это кентавр. У нас Кара немножко в дефе. И, собственно, кентавр без фарма. Мне кажется, что луна и Кара уже не пробьют никак эту мими. Остается только один персонаж, но он не фармит почему-то. У него в приоритете замесы. Родной, фармит.
Крипов. Замесами займутся профессионалы. Пойдем в верхний лес. Че, он криты закрыл еще, нет? Еще не закрыл. Сейчас надо завардить дракона, наверное. Девиз этого кентавра: ебать, как я люблю драться. Но ты же не пробиваешь. Ну вот какой смысл ее точковать, если у тебя 0 урона по ней. Ладно, неважно, берем вижен. И за 50 гривен тоже вард возьмем. Ну, не знаю, мне кажется, моя команда просто тратит время на то, чтобы подраться. И любой такой замес заканчивается неудачей. Я даже не знаю, мне кажется, варды здесь не помогут, потому что... Даже если мы заберем дракона, как мы мими убивать будем? Сюда за 50 гривен поставим, наверное. Хотя нет, туда поставим за 50 гривен. Пускай перебивают. Я вижу, там у них тоже вижен стоит. Не, ну запрыгивать в дракона я не стану, потому что это моментальная смерть. Нам надо зафокусить амазонку. Зафокусили амазонку, прилетает шар луны. Тимвайп. Где шар нашей луны? Здесь немножко... Во, луна все-таки дала ульту, убила амазонку, это неплохо. Плохо только, что все умерли. В целом размен ужасный. Мы стали в узкий проход, луна просто дала шар. Не знаю, есть ли у нее здесь вижен. Возможно, она давала его наугад, но этот угад у нее прокнул, скажем так. Поставлю тут такой вардик. Что делает Мими? Интересно, у меня успеет откидать самый вард второй, который в инвентаре лежит. Что-то они вообще не дамажат по дракону. Но впрыгивать туда у меня особого желания нет, потому что у нас нет ни луны, ни кентавра здесь. Никого нету почему-то. Ни маски. Так, кентавр подошел. И луна у нас. Бам! Луна просто убивает конину, убивает дракона. Но опять же, замес мы этот не выиграем, потому что у нас опять умер кентавр. У них, понимаете, в чем прикол? У них слишком толстая команда, а у нас она слишком мягкая. То есть, когда их луна дает шар, она убивает, ну реально, вот если она попадает, это минус 1, минус 2, минус 3, минус 4, да? Образно, то есть. Если попадает наша ульта луны в их команду, то у них умирает, ну максимум вот этот чел. Ладно, убер максимум 2 человека, если они рядом. Остальные нас разваливают. То есть, хоть мы и застилили дракона, но мне кажется, игру мы все-таки не выиграем, потому что там состав очень такой упитанный, скажем так. Ну и здесь по мими я дамажу 81. Это смешной урон. Здесь без шансов, к сожалению, на победу, потому что наш кентавр просто не выформился и не наносит никакого урона оппоненту. Подводит нас Торук или Торик. Тортик, тупо. Проносят нам мид, проносят бот. И остается наблюдать только за тем, как нас уничтожат.
окончательно. Но в целом, несмотря на такой исход, мне кажется, эта катка была настолько мобильной, настолько она была насыщенной на события, что я даже не расстроен, если честно, что ее проиграл. Потому что, ну реально, это была очень неплохая игра. Ну, по ноге мы не наносим урона, остальные не поставятся, конечно же. Ля, за что? Кентавр дает ульту в ногу, по которой он не наносит урон. Я не знаю. Ну вот, вот, это то, о чем я говорил. Если попадает их луна, у нас сразу шотается 3 или 4 героя. Увы. Дефовая мими, которую невозможно пробить, которая при этом еще и дамажит. И дефовая нага, фулл воля, я так понимаю, да? Оплот. Стабилочка. Антикрит. Невозможно пробить эту нагу. Проносят нам здесь трон. И каточка заканчивается. Амазонка у них очень странная, кстати. Я мельком только что увидел ее билд. Что-то у нее здесь вообще непонятное. Криты у нее не закрыты. Печенька с апом в четвертую. Короче, жесть. И она выиграла. Просто за счет мими из божественной лиги и, собственно, за счет наги, которую мы не пробиваем. Вот такая, ребят, выдалась игра. Оценивайте ее лайком или дизлайком. Пишите ваши комменты. С вами был Проф. Билды, циферки. Пока-пока.